Друзья, вот такая вот житуха проходит на Мальте. Продолжаем здесь находиться. Каждый вечер вот этого, то, что вы сейчас видите и слышите. Каждый вечер. Одна музыка за другой, другая за второй, вторая за третьей. И так до утра здесь вот это происходит. Вот. Кроме как наслаждаться, если так можно сказать, вот этим всем, больше здесь варианта никакого нет, потому что интернета нет. Вот, и добавлять какие-то новые вещи, таких возможностей в данный момент нету. Но зато здесь была сбылась такая маленькая, можно сказать, совсем малюсенькая моя мечта. Это жить в таком месте, чтобы можно было обедать, ужинать и завтракать на крыше. Вот, но даже не, ну да, как бы на крыше, но дело в том, что сейчас вот где мы находимся, это даже не совсем крыша, потому что крыша это как бы вон там, вот крыша идет, а это такой балкон, но из-за того, что этот балкон большой, вот, то есть вот эта вся площадка, видите, вот здесь вот все, там уже соседний идет, вот в ту сторону, здесь вот эта вот вся площадка, это... Как бы можно вот здесь вот обедать, кушать, что угодно делать. То есть вот такое расстояние есть. Также здесь лежаки. То есть здесь люди загорают, отдыхают и проводят свое время, скажем так. И вот это вот, конечно, очень большой кайф, когда ты можешь ночью вот так вот выйти, а в этом номере душно. Хотя там есть вентиляторы, не вентиляторы, что угодно. Вот так можешь вечером выйти, налить себе чайку хорошего, поставить стольчик какой-то сам хочешь, то есть... Что ты там возьмешь, что не возьмешь. И вот так сидеть спокойно, наслаждаться вечером. Хотя тишины здесь нету. Но дело в том, что когда мы были до этого на Канарских островах, где-то сколько, 3 месяца были, я постоянно говорил, что показывая очередной Канарский остров, показывая очередное место, постоянно говорил, что вот это здесь все прекрасно, все замечательно, все очень красиво. Там на самом деле Канарские острова, они красивые. Но там все места были как бы для такого отдыха, такого спокойного, такого тихого, такого какого-то идиллического, что ли, идиллия. То есть в таком вот плане все было. Вот попав же сюда, попав сюда на Мальту после Канарских островов, естественно, здесь кардинально все изменилось. И здесь вся жизнь, вот по большому счету, сейчас жизнь вот протекает вот в таком вот стиле. То есть вот это дискотеки, они здесь проходят не пятницу там или в субботу, как обычно, да, в европейских странах. Они здесь проходят каждый день, в понедельник, вторник, среда, четверг. В любой день недели они здесь проходят. Здесь всегда тусовки, всегда движение, всегда вот эти вот развлекаются. В основном это, естественно, студенты. Студенты, которые прибыли из разных стран. И студенты эти приезжают для изучения английского языка, потому что на Мальте все говорят на английском языке. Ну, если не считать меня. Вот, все говорят на английском языке. Вот, и студенты сюда приезжают для изучения английского языка, хотя на самом деле это у них такая фишка, типа для изучения английского языка, потому что по большому счету, ну, живущие студенты в Европе, но они все-таки знают английский язык. То есть это такая заманушка, как бы так сказать. То есть выбиваются эти деньги, там у себя в стране, в любой стране выбивается, допустим, там студент хочет учиться, выбирает страну, да, где он хочет учиться, до кого он хочет учиться, он должен набрать баллы какие-то. Он набирает эти баллы. Примерно, и он что делает? Он просто берет, так по-умному, по-хитрому, выбирает себе Мальту и едет изучать английский язык, который он, в принципе-то, и так знает. Но, то есть, ему что, в принципе, надо? Ему надо, находясь здесь, сдавать эти экзамены и получать галочки по тому предмету, которым он уже как бы владеет. То есть, вот такая ситуация. Поэтому, естественно, все эти студенты, которые сюда приезжают учить английский язык, ну, все не буду говорить, но большинство студентов, которые сюда приезжают учить английский язык, на самом деле сюда приезжают просто отдыхать. Поэтому здесь всегда весело, всегда шумно. И всегда практически живешь, как будто бы на Волкин-стрит в Паттайе. Такие дела. Что, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Будем продолжать нашу мальтийскую житуху.